нахожусь в Нью-Джерси. Отсюда и начнется наше шоу «Найди нормальный груз и вернись на Чикаго». Посмотрим, что там творится с рынком и насколько тяжелая ситуация сохранилась на этой неделе. Ну а здесь в Нью-Джерси меня разгрузили. Лампер, разгрузка 16 палет заняла часа два и стоило мне это $200. Стоило не мне, стоило брокер, но тем не менее $200, 16 палет. Да, ну ладно, пошли искать груз и возвращаться назад домой на Чикаго. Так, трейлер относительно чистый, какой-то небольшой мусор. Ладно, это потом уберем. Так, вот бары на месте, надо заскочить, проверить, чтобы все было целое и неповрежденное. Пока я не отъехал отсюда, и если что, сразу разобраться с этим. Алло, здорово. Здорово. Все, сделал доставку, готов к новым подвигам. Что там у нас есть, что нет, не смотрел? Там если есть, бляха, два пикапа, три драпа еще. Так, ну мы как поедем, на Чикаго или как? Я вот вижу груз, получается, с Нью-Джерси на Флориду есть 2400, правда 1100... Это Флорида тебя стянет. Ну я вижу просто ценник, и меня ценник тянет, а не сама Флорида. Ты это оттуда, когда ты ценник увидишь, тебя потянет. На Массачусетс вот вижу за 1200, 302 мили груженных. Нет, а куда-нибудь я тоже вижу. Поедешь на Массачусетс? Ну, я вот не знаю, на Нью-Хэмпшир есть 1200, там 280 миль. Либо вот на Массачусетс 1200. Просто не знаю, есть ли смысл терять время, может быть, как-то в сторону Чикаго перебираться, потому что уехав на Массачусетс... Я тоже так думал, что как-то перебрался, потом хотя бы в среду впал на Чикаго, потом еще короткий туда-назад, потом опять ехал. Так. Мне на выходных дома надо быть эту субботу-воскресенье. Кстати, выходных дома... Ну, либо там посмотреть надо, либо мне точно надо будет быть в субботу, то есть как-то приехать в пятницу загрузиться, остаться в субботу, в воскресенье потом выдвигаться куда-нибудь. Как-то так может быть. Надо посчитать, я тебе сегодня-завтра скажу об этом. Так, ну, давай подотиски, если я тебя пошлю в Нью-Хэмпшир за 1200, что я с тобой там буду делать? Завтра у нас будет вторник. Разве что крутить тебя там, потом какой-то за 1000 с чем-то опять на Пенсильванию и на Нью-Джерси, если попадет, конечно, и на Вирджинию. На среду, потом на четверг опять куда-то на Массачусетс. То есть покрутиться по ИСТу и потом уже домой выдвигаться? Ну, я так думаю. Я вот вижу груз, получается, с Нью-Джерси, 37 миль от меня, на Абилгдон, Вирджиния, 583 груженных, 1700. TQL. Видишь? А что, я его не вижу. Не знаю, сейчас тебе скину скрин. Сколько тебе до пикапа? 37 миль пишет. Их оффер получается 1700, средняя за 15 дней 1200. То есть они на $500 больше, чем оффер. Я вижу какой-то за 1800 на Массачусетс, 320 миль с Аллентауна. Давай, позвоним. Давай. В общем, просматриваю рынок. Отсюда, там, где я сейчас нахожусь, доступно вроде как 500 грузов. Ценников мало где обозначено, но тем не менее, в общем, какой-то сейчас из грузов, по-моему, будем мы обзванивать. И, возможно, если возьмем, то поедем. Мне понравился вот этот груз с Нью-Джерси, 37 миль от меня, на Абингдон, Вирджиния, 1700. Они сами предлагают. Минуту назад был сделан пост от TQL. 583 груженые, то есть, соответственно, ладно, если это 600, это получается чуть больше $3 за милю. 37 миль от меня. Не, ну, короче, если такая цена какая-то, бляха, заоблачная, это понятно, что это два пикапа, 4 драпа. А, не, ну это слишком растянуто. Не пойдет. Я вижу еще на Массачусетс какой-то за 1800, я тоже думаю, что у меня один пик, а не один драп, потому что там 320 миль. Ну, я как бы больше придерживаюсь того, что уехать куда-нибудь сейчас на Пенсильванию, а завтра вернуться на Чикаго, перегрузиться и поехать на тот же самый Теннесси. Я имею в виду на Огайо. На Огайо, да. На Огайо, потом оттуда на Чикаго, с так, Чикаго. Я вижу какой-то груз на Огайо. А ну давай. Давай. Мысли у меня такие. Надо как-то, сегодня понедельник, надо как-то вернуться на Чикаго и оттуда уже грузиться, может быть, на Теннесси. Потом перегрузиться назад на Чикаго, и снова на Теннесси, и снова на Чикаго, и на выходных быть дома. Может быть, как-то так. Посмотрим, что получится, что мы найдем, что мы забукаем. Тут главное вопрос цены, рейта и затрат моих на
реализацию всего вот этого. Так, вот выскочил какой-то груз с Нью-Джерси, Хазлет, Нью-Джерси на Cincinnati, Огайо. 628 миль груженных, 1306. Надо сейчас сделать скриншот. Отправить, пусть еще по этому номеру позвонит. Узнаем, что по этому грузу, какие детали. А мне сейчас осталось дождаться подтверждения груза от диспетчера и буду выдвигаться. По-моему, нашли что-то более-менее по направлению в Чикаго. И так и есть, confirmation уже пришел. В общем, сейчас поеду с Джерси на Пенсильванию. Отсюда мне 100 миль. Оттуда я поеду также на Пенсильванию. То есть Пенсильвания. В общем, рейс составит 230 миль и платят за это $900. Если посчитать чисто груженные мили, получается почти $4, там 3,9. А если посчитать 100 миль, вот эти пустые, которые мне придется ехать до загрузки, то рейд ухудшится, и я эту математику оставлю на вас. А груз пришел, не буду терять время, поехали загружаться. Один из знаков, который невероятно просто греет душу, это знак весовой с надписью «Open». Конфуз какой-то вышел. Я вначале увидел первый знак, говорящий о том, что вестейшн закрыт. Начал говорить о том, как греет душу знак, что весовая закрыта. Но я думал, не попал в кадр этот знак и думал, перезапишу на втором знаке, который дублирует надпись о том, что весовая закрыта. И когда я начал к нему приближаться, знак просто поменялся с close на open. И пришлось заехать на весовую. Вот прям осенью не пахнет. Все в зелени, все прям настолько насыщенно и ярко. Я бы сказал, что здесь прям лето. Ну, периодически встречаются, конечно, желтые деревья с красным оттенком, но тем не менее, здесь по-прежнему лето. Это Пенсильвания. Стояли сейчас минут, наверное, 10 возле будки, возле security, при въезде на компанию. Стажировали очередного, скажем так, человека, который работает в этой будке. Ему показывали, как, что и где надо заполнять. То, что занимает буквально минуту, он заполнил с ошибкой минут за 15. Ну да ладно. В общем, я уже на месте. Дали мне дверь 46. Надо сейчас ее найти, запарковаться. Повезу что-то frozen из Пенсильвании, где сейчас нахожусь, на Пенсильванию. Останусь внутри штата, тут буквально 230 миль. Мне пока сказали просто парковаться, двери не открывать, надо нагнать температуру, близкую к минус 10 по Фаренгейту. Сейчас там, наверное, около 20 уже, правда, плюс. В общем, займет какое-то время, пойду пока зачекинюсь. И потом уже открою двери и заеду в док на загрузку. Быстро, и это хорошо, не надо будет ждать много времени для того, чтобы нагнать нужную температуру. Так, а теперь нас интересует дверь номер 20. Там shipping офис, там я буду сдаваться и сообщать о том, что я приехал. Как-то пропустил момент, надо ли мне здесь одевать vest, safety vest, зеленую, светоотражающую.
для того, чтобы меня можно было разглядеть издалека. Надеюсь, меня назад не отправят без нее. Так, shipping office next to door 20. Так, дверь 20, а это shipping office. Hello, coming for pickup. You need the 5 digits? 33247. Yes, 101. I'm late. Yeah, what's my appointment? I'm 8 o'clock. 8 o'clock? I know. My dispatch take this load only maybe hour and a half ago. Okay. Maybe it's not, it's broker fault. Вот так, и снова ситуация из ряда. Брокер нам продал груз часа полтора назад. А здесь appointment был на 8 утра. Время уже 2 часа дня, и, соответственно, я уже намного опоздал. Я нахожусь сейчас на состоянии work-in. То есть, как у них будет время, они меня начнут грузить. Но хотя бы сейчас дали док. А это уже хотя бы что-то. Сказали, обычно грузят в течение 2 часов. Надеюсь, они ускорятся и меня загрузят за эти положенные пару часов. Ладно, пошел я в трак, начну монтировать этот ролик. А потом по ходу дела буду что-то добавлять. У меня появился какой-то сверчок. По-моему, пришло время менять за все 520 тысяч. Я этого еще ни разу не делал. Сейчас у меня заскрипело, все засвистело. 520 тысяч, в принципе, большой пробег. Я должен был, наверное, давно поменять уже, но не было никаких симптомов. Раз уже будем менять и сразу все белты, все ремни. Чтобы потом лишний раз не лазить. Окей, 520 тысяч. Я в ожидании груза. Потом поедем дальше, внутри Пенсильвании. Сейчас созвонюсь с диспетчером, хочу спросить, не хочет ли брокер доплатить мне за состояние work-in, потому что это был не мой фол, не моя ошибка. Он нам продал груз, который уже в априори был пропущен appointment. Сейчас посмотрим, диспетчер перезвонит, будем перезванивать брокеру и узнавать. Так, ехать мне до доставки 4 часа, 246 миль. И поеду я территориально, визуально в сторону Чикаго. Буду примерно в этом районе. Вот здесь вот Хаббард находится по 80-ке. Это недалеко от Питтсбурга. А оттуда уже буду какой-то груз искать на Чикаго, Висконсин, чтобы потом перезагрузиться и поехать куда-нибудь. В общем, будем следить дальше за историей и смотреть, куда направят нас ценники на груз. Hello, can you transfer me to shipping office, please? Sure. Thank you. US Coast, I can help you. Hello, this is about dock 46. So, you said I'm on a work-in, and for right now I park next to this dock 46. So, I'm not in the dock. I have to wait somebody who check the trailer, or I can open the door and park on the dock? Do not open the door, just back into door 46. Okay, okay. Oh, you open inside? Okay. Yeah. I got it. Okay, thank you very much. Thank you. Оказывается, надо парковаться прям так, не открывая двери. Ну, хорошо. Мне даже лучше и проще. Не будем никого ждать, просто паркуемся. Они уже откроют все внутри. Вот это сервис, вот это да. Повесили сил, а как я должен проверить, как они там разместили лоуд-бары, как они все это закрепили. Ладно, пошли забирать бумаги. Заняла вся эта загрузка 2,5 часа. О, какой экземпляр, по-моему, это Петя Питербилт, глазастик. Потащу я на Пенсильвании отсюда 200 майлов груз весом 38 900, это включая палеты. Доставка завтра в 5 утра, и мне уже нашли дальше груз в 40 милях от доставки, и потащу я его на, по-моему, на Чикаго. Чтобы не блуждать по US-кам, сейчас снова поднимусь на 80-ку, а оттуда уже чуть дальше спущусь
вниз на доставку. Так будет удобнее. И участок 80-ки этот бесплатно. Участок находится в Пенсильвании. Заскочу, помоюсь, сполоснусь, приведу себя в порядок, потому что завтра непонятно, как у меня день пройдет и где я буду находиться в ожидании следующего. Так, надеюсь, там никто сейчас не выскочит и видит мои аварийки. Буду постараться запарковаться сейчас туда. Так, вроде пока никого нет. В итоге отсюда мне осталось ехать 149 миль. Сейчас надо зарезервировать себе душ. Как раз один остался. Резерв. Yes. По идее, можно было бы найти где-нибудь трак-стап поближе к месту доставки. Но посмотрев по тракер-пасу, там ничего нет, кроме Высовой и Рестерии. Поэтому было принято решение принять душ здесь, не отходя от кассы, по дороге. А дальше уже поехать в том направлении. Все тракстапы однотипные. Так, что у нас там? По-моему, 7-й шавер. Так, да, 7-й шавер. Код 4999. Все чистенько, аккуратненько. Это мы выключаем. Все. Надо же, какие-то 25 минут и уже такая темень. Время бежит уже по-зимнему. Я что подумал, я здесь не только помылся, но еще мне надо будет плескануть немного дизеля, хотя бы в рифер. Ценник здесь, конечно, на топливо ого-го, 3,95. Я офигею, Пенсильвания, куда ты вообще несешься? Вольво, Фред, Вольво, Фред, Вольво, Вольво, Фред. Да, козырное, конечно, у меня здесь место было, но мне здесь оставаться нет резона. Надо ехать до конца. Да. Исканул я, короче, 46 галлонов, не стал сильно защищаться, и то это вышло уже 179 долларов. В общем, ладно, так, все проверил. Я думаю, мне это без проблем нужно хватить завтра сделать доставку, доехать до загрузки и вернуться на Гаю. До следующей заправки.